Вот, все зря. Ну, потому что я люблю отжиматься, приседать, бегать очень сильно. Вот я люблю. Математика – мой самый любимый урок, потому что он очень легкий еще. И в нем задачи, которые я люблю рисовать. Рисование. Ну, я люблю рисовать. Чтение. Потому что я люблю читать. Мне нравится, допустим, автор Валентина Асеева, Александр Сергеевич Пушкин, Лев Толстой. Какой интересный вопрос. Я же люблю очень сильно перемены. Я бы такой урок бы добавил переменный. Математику. Математика – это самый лучший урок. Урок игр. Урок животных. Урок правильной пищи. Я хотела бы, главным пилотом самолета пассажирного. Я хочу стать зубным врачом. Ну, как-то хочется им стать. Вообще, хочу стать актрисой там какой. Наверное, певицей. Я хочу стать стюардессой. Пойду в универс. В университет. Пойду в университет. По характеру, она добрая, конечно, кричит, но не на меня, потому что я хорошо учусь. Добрая, иногда бывает строгой. Умная, конечно же. Любит класс, она добивается от нас, чтобы мы все хорошо делали, были умными. Она может поругать, но за дело. Чтобы они чувствовали себя хорошо, и у них был чаще отпуск, чтобы они отдохнули. Терпение, хороших учеников и труда. Чтобы у них не было двоечников. Чтобы у них все получалось. Чтобы у них были хорошие ученики, послушные.